По последним данным, уровень заболеваемости сезонным недугом в Кандалакшском районе превышен всего на 4%. Основная масса обратившихся в медучреждения с симптомами гриппа и ОРВИ – взрослые дети в возрасте до 3 лет. Роста заболеваемости среди дошкольников и ребят школьного возраста не отмечено. Многие защитили себя от вируса заранее, сделали прививку. Повезло в данном случае и с погодой, из-за сильных морозов и отмены занятий дети практически не контактировали между собой. Впрочем, ситуация может измениться, поэтому северянам рекомендуют уделять больше внимания профилактическим мероприятиям, избегать людных мест, чаще мыть руки. При первых симптомах гриппа, температура выше 38, головная боль и першение в горле, незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.